Продолжается регистрация на проект АШИК. Однако все еще есть субъекты, которые вошли в систему, но ни разу не использовали QR-коды. По этой причине проводятся разъяснительные работы. Сколько субъектов прибавилось к новой системе и как обстоят дела? Об этом мы узнаем в следующем сюжете. Более 500 бизнес-субъектов Павлодарской области вошли в проект АШИК. Из этого числа поступили 86 заявок из Экибастуза, 37 из АКСУ и 73 из районных центров. Регистрация производится через портал. Палата предпринимателей полностью поддерживает бизнес-субъекты. После получения QR-кода субъектами бизнеса, независимо бизнеса, аэропорты, ЖД вокзалы, вот эти QR-коды вывешиваются на входе в здание, на входах. В случае обнаружения именно этих клиентов в красной, допустим, в желтой зоне, эти клиенты не допускаются, именно эти объекты, где применяется программа АШИК. Между участниками проекта выявлены лидеры и аутсайдеры. Среди лидеров насчитывается 13 бизнес-субъектов Павлодарской области. В числе аутсайдеров 101 предприятие, которое в течение 2 недель ни разу не воспользовалось QR-кодом АШИК. Список бизнес-субъектов-аутсайдеров объявлен на сайте областного акимата. Александр Логвин, Самал Каликызы, Юрий Белевский, Иртыс Акпарат.